Обзор картины Маковского «Боярский свадебный пир XVII века». Это работа известного художника Константина Маковского. «Боярский свадебный пир» входит в цикл его картин, рассказывающих исторические сюжеты. В этом полотне автор хотел передать весь колорит свадебных традиций русского народа. На картине Маковского изображено веселое застолье, настоящий свадебный пир. Сюжет прост. Художник запечатлел происходящее во время произнесения тоста в честь молодых. Гости сидят в расписном тереме с арками. На окнах терема необычные решетки в виде сот. В подсвечниках горят свечи. По одну сторону стола сидят мужчины, по другую – женщины. Слуга выносит лебедя на большом блюде, держа руки над головой. На столе стоят различные яства и красивая посуда. Бояре богато одеты, их наряды украшены узорами и камнями. В руках мужчины держат кубки, а на пальцах у бояр блестят перстни. Очевидно, женщины на картине надели свои лучшие праздничные платья и кокошники, украсили наряды бусами и всевозможными украшениями. Ткани платьев расшиты золотом, камушками и цветами. Жених и невеста, стоящие во главе стола, вот-вот должны поцеловать друг друга. Но, глядя на картину, далеко не сразу можно заметить молодоженов. Они скромно ютятся на правом краю полотна. Молодой жених деликатно пытается поцеловать невесту. Невеста не отвечает на поцелуй, она смущенно смотрит в пол. Девушка выглядит грустной. Ее рука безвольно повисла вдоль свадебного платья. Возможно, жених ей и не нравится, или вообще она видит его впервые. Ведь в старину никто не спрашивал согласия девушек на брак. Рядом с невестой крутится сваха, подталкивая ее к новоиспеченному мужу. Не все персонажи на картине испытывают радость. Одна из девушек смотрит на невесту с завистью. Наверное, это девушка на выданье, давно ожидающая замужества. Две девушки сдержанно пытаются привлечь внимание сидящих мужчин. Но мужчины слишком заняты застольем. Дети со свойственной им непосредственностью с любопытством поглядывают на новосостоявшийся поцелуй молодоженов. Вверху картины виднеется пожилая грустная женщина в темном платке. Она будто понимает, с какими трудностями придется столкнуться невесте в дальнейшем. Маковскому удалось раскрыть в своей картине саму суть личности каждого из персонажей. Картина очень ценна с этнографической точки зрения. И дело не только в истории традиции. Каждый изображенный на ней предмет сейчас является музейным экспонатом. Благодаря атмосфере роскоши, выражающейся в каждой детали,
Полотно Маковского завораживает своей сказочностью. Это видео было сделано специально для post.su. Подписывайтесь на нас в социальных сетях.